Самый главный день для всего православного мира, Пасха, начинается в полночь. Светлое Христово воскресение – символ победы жизни над смертью. Иисус Христос пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, принес себя на кресте в жертву за прошлые грехи человечества и тем самым спас его. Начало праздника возвещает пасхальный тропарь, то есть краткое песнопение. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и суще во гробе живот даровав. Праздничное богослужение ведут два священника – отец-настоятель Валерий Колесников и его брат во Христе Иерей Владислав Подоляк. В своих проповедях и посланиях от правящих архиереев священнослужители напоминают людям о значении Пасхи и желают, чтобы светлая радость Великой Ночи наполнила сердца и позволила преодолеть все трудности. Пусть пасхальная радость и свет Христового воскресения постоянно пребывают в наших домах и сердцах, а мы будем делиться этим радостным светом со всеми близкими, помогая им своими молитвами и своими делами. Благословение и милость воскресшего Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами. Архиепископ Салихарский Новоуренгойский Николай. Во время пасхального богослужения освящают традиционную трапезу – куличи и крашеные яйца. Верующие возносят молитвы и поздравляют друг друга. Спешу вас, мои дорогие, поздравить с праздником Пасхи Господней и поздравляю всех вас с этим великим торжеством и с торжеств и величайшим праздником из праздников. Светлое Христово воскресение озаряет своим светом наших души и сердца. Приветствую вас с пасхальным приветствием. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскрес, дорогие братья и сестры! Батюшка сказал, что это самый важный праздник и как для людей, так и для небожителей. То есть для самого Христа это самый важный праздник. И для каждого человека. Это на самом деле праздник праздников и торжество торжеств, когда есть у всех православных христиан надежда на то, что Господь воскрес и дает нам тоже все шансы к тому, чтобы нам идти по пути для того, чтобы достичь Царства Небесного. Пасху православная церковь отмечает на протяжении 40 дней. Именно столько воскресший Спаситель пребывал на земле среди апостолов. Все 40 дней православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе». Завершается пасхальное время праздником Вознесения, который в этом году отметят 13 июня. Валерий Усманов, Данила Индюков, новости Губкинского.